Виктория – запорожская рукодельница. Более 4 лет создает куклы. Говорит, в этом деле главное терпение и усидчивость. За каждую свою куклу мастерица садится только с хорошим настроением. Считает, что в них остается частичка ее души. Увидела в интернете, очень понравилась мне кукла Мотанка. Вот, решила сама попробовать. Потом потихонечку, опять же интернет, опять же знакомые, где-то что-то увидела, где-то что-то. И вот 4 года назад я уже, наверное, как-то серьезнее так стала уже заниматься, уже и выкройки, как правильно делать, где ткани искать. Для каждой куклы Виктория подбирает только натуральные ткани. Одежду и аксессуары создает самостоятельно. В коллекции у мастерицы есть куклы-обереги, а также герои из мультфильмов и просто выдуманные персонажи. Вот такая кукла, если никто не мешает, ничего не отвлекает, если все материалы на месте, ну это можно сделать где-то за полдня. Вот у них такие вот глазки специфические, только пуговички и вот как реснички такие. Они делаются по одной выкройке, как правило. Ну, молодежь лет до 4, наверное, обязательно знает. И называются они «Лала Лупси». Это у меня девочка Марьяна, а это украиночка Оксана. Работает Виктория в разных техниках и стилях. Это и скульптурный текстиль, куклы Тильды, снежки, большеножки, тряпьенцы. Многие работы сделаны специально для маленьких детей. К ним нужен особый подход. Вот эта кукла, это в стиле Коне. Таня Коне придумала. Наполняем, называется, есть холофайбер и синтепон. Я работаю с синтепоном. То есть для детей это абсолютно безопасно, для взрослых безопасно. Ручки, ножки двигаются, все закреплено полностью, пуговичное крепление идет. То есть если даже ребенок потянул, все остается на месте. Всего в коллекции у Виктории около 1000 различных кукол. Мария Маркелян, Евгения Ли, Юрий Васильченко, ТВ5.